пышная резинка спицами. Такой способ вязания резинки позволяет из тонкой пряжи получить довольно пышную, видите, насколько красивую резинку. Резинка двусторонняя. Пряжа у меня не толстая, хотя спицы довольно толстые. Для сравнения, полуанглийскую резинку я вязала вот с этой пряжи. Видите, насколько она толще? То есть из тонкой пряжи мы тоже можем получить довольно такой пышный эффект. Конечно, пряжа уходит в два раза больше, чем при обычном вязании резинки 1 на 1. Для вязания пышной резинки наберите любое количество петель, четные или четные не имеет значения. Итак, вяжем первый базовый ряд. Снимаем кромочную петлю. Вяжем 1 петля лицевая, 1 петля изнаночная. 1 петля лицевая, 1 петля изнаночная. То есть просто вяжем, чередуя 1 лицевая, 1 изнаночная до конца ряда. Какая бы ни была предпоследняя петля, последнюю всегда вяжем изнаночной, так как это кромочная петля. Это первый базовый ряд резинки. Поворачиваем работу. Второй ряд. Снимаем кромочную петлю и смотрим, какая у нас идет петля. Вот сейчас у меня изнаночная петля. Ее я провязываю изнаночной. Лицевую петлю я провязываю лицевой, но не здесь лицевой, а опускаясь на один ряд ниже. Вот. Это лицевая петелька на один ряд ниже. Увожу спицу и провязываю лицевую петлю. И просто снимаю ее со спицы. Снова изнаночную я провязываю изнаночной. Для лицевой петли я спускаюсь на один ряд ниже и провязываю ее лицевой. Одна изнаночная. Одна лицевая на один ряд ниже. Одна изнаночная. Одна лицевая на один ряд ниже. Изнаночная, лицевая. У меня изнаночная предпоследняя, и последняя кромочная, все равно я провязываю изнаночной. Все последующие ряды вязать как второй ряд. То есть снова снимаем кромочную петлю, смотрим, сейчас у меня первая лицевая. Если бы вы набрали четное количество петель, у вас бы также везде было бы или первая лицевая, или первая изнаночная. Как мы лицевую вяжем? Правильно, на один ряд вниз. То есть вниз опускаемся на один ряд, провязываем лицевой и снимаем ее с левой спицы. Изнаночную вяжем как обычно. Снова лицевая, спускаемся на один ряд вниз, провязали ее лицевой. И изнаночную, как обычно. Лицевая, спускаемся на один ряд вниз, изнаночная, как обычно. Очень важно в таком вязании петельки вот здесь на спице натягивать одинаково ровненько. Тогда у нас и петелька в петельку будет ровненькие. Одна лицевая, одна изнаночная. Лицевая, изнаночная. Я заканчиваю ряд этот лицевой. И кромочную всегда изнаночной. Повторяете этот ряд. Далее в высоту. У вас получится вот такая очень красивая двухсторонняя резинка. Спасибо большое. С вами была школа вязания «Наша пряжа».